Сказочная мастерская Колесникова покажет вам эскиз, по которому делается дом, кошкин дом. Это дом моей дочери Лены. Как говорится, сапожник должен быть в сапогах. Ну, как я могу что-то предлагать людям, если сам я живу просто в каком-то простеньком домике? Поэтому вот этот дом – это дом моей дочери Лены. Вы видели, какие эскизы сделаны, и вот такой нестандартный подход, как сделать оригинальный дом. Ну, наука. Ну, колонны у нас есть, лепка у нас есть, это несложно, лепим и, как говорится, только не лепи, не ленись. А вот сделать вот эти окошки, выварить каркас, это достаточно сложная работа. Ну, для этого надо варить арматуру, гнуть ее. Ну, смотрите, фильм немножечко будет о другом. Этот дом сложен в чем? Он утеплен пенопластом. Это вот Женька, зятюха, зять моей дочки. Вот он, смотрите, мастер, и все понимает, и бетономешалку, и электрику, и компьютер, и все он соображает. И вот смотрите, то есть на его руках очень много подготовительной работы. А смотрите, вот этот фильм будет очень интересный. В чем? В том, что он снятый по последним технологиям. Он снят с квадрокоптера, потому что фасады очень снимать сложно. И вот смотрите, как говорится, вы увидите, как делается фасад, башня прям вот сблизка. И посмотрите, сейчас очень важный фильм, вы увидите дом, утепленный пенопластом. Посмотрите, как оформлены окна. В чем сложность? Что пенопласт не выдержит больших нагрузок. И поэтому этот пенопласт приходится бить штырями, обваривать каркасами. И чтобы такой оригинальный, необычный интерьер сделать, ну, просто обычный, неинтересно. Кем, кого удивишь, там декоративная штукатурка, там или шпаклевка, это все быстро делается. А кому сильно скучно, те могут придумать вот такой смешной дом. То есть, кто не знает, куда деньги деть, и кому скучно, и он хочет там себе трудности, он будет делать леса, и на громадной высоте будет делать штукатурку. И штукатурку объемную. То есть, если бы я захотел, я просто пошпаклевал бы и жил. Но что тогда вам показывать кино? Как показать кино? Вот смотрите, в синенький тот пузатый, это ваш блогер, понимаете, который вот попросил снять на вертолете, и вот квадрокоптер помогает и показывает, как же происходит работа. А то у нас работают одни зятья, а я как бы только киношку снимаю. Вот видите, я даже тоже что-то месю и носю. А вот Леночка, она вообще не доверяет никому, вот она делает штукатурку сама. Это ее дом. И то качество, которое делает, это может только сделать девочка, потому что ну, у ней темперамент другой, она аккуратная, и свой взгляд, и колоссальный опыт работы вот с арбетоном. Ну, вот идет подкидка. Ну, я здесь больше как подсобником иду, и я типа здесь артист Голливуда, а Лена все делает. Вот, ну, просто здесь очень большая высота, и поэтому мне приходится играть в эти игры, потому что ну, очень большая ответственность. Смотрите, вот леса, везде перила поваренные, доски, и вот это очень сложно. Не работу сделать сложно, а работать очень сложно на высоте. И поэтому как бы я затеял вот такую смешную стройку, и большая ответственность. Все-таки я привык доводить дела до конца. И вот если мы спустимся с этой башни, то считай, мы победили этот дом. Посмотрите, какая высота. Это получается ну, как третий или какой четвертый этаж, я не знаю. А он вдалеке, это мой дом. Там тоже, ну там немножко другая декоративная штукатурка. Здесь уже нового поколения штукатурка. Мы же тоже не стоим на месте. И там 8 лет, или сколько там разница в этих штукатурках, это тоже большое дело. Потому что за это время ну, много мастеров, которые очень тщательно и серьезно относятся к декору. И поэтому нам приходится тоже подтягиваться к ведущим мастерам.
Ну, мы как бы больше скульптуры делали, и как бы к штукатурке не очень серьезно относились. А сейчас такая конкуренция, что ведь и ковка, и дерево, и там вот декоративная штукатура, все делается. То есть арт-бетон позволяет делать все, было бы желание. Но что такое дом? Дом – это, как говорится, ну, моя крепость, это родовое гнездо. И вот охота его сделать, ну, как бы, как, чтобы было, не было как обидно за прожитые годы, как-то где-то это какой-то умный писатель написал. Ну, вот охота сделать сказку. Вот на этом доме будет очень много котов, это будет кошкин дом. И вот потихонечку мне получилось вот так снять вот эту съемку с квадрокоптера, потому что на такой высоте очень сложно снимать. И вот смотрите, вот так выглядит дом. Вот этот уже фасад внизу сделан. Ну, он как бы, назовем его черновой. То есть он, не видно его по сбоку, деревьями заросло. Ну, как бы все равно делать надо. Ну, по этому дому очень много фильмов. И при желании можно найти. И, как говорится, вот сложность в том, что это пенопласт. Ну, это вот Херсонская область, Украина. Здесь очень серьезно относятся к домам. Ну, так как отопление дорогое, ну или может просто мы не вопрос, что мы не можем платить, а то, что мы хозяйские, мы пытаемся экономить. Как говорится, влаживать деньги в утепление дома, ну это выгодно. Как бы. И вот мы, нам выгодно утеплять свои дома, хотя это юг. То есть ну, и мы следим за тем, чтобы как бы, дом был теплый, стены были толстые и держали тепло. У меня вообще дом, у меня толщина стен там метровый, там, ну, 98-95 сантиметров. Ну, у меня пенопласта нету, но я взял толщину. Ракушняк, у нас природный камень, а здесь получается дом, как бы он блочный, такие с блоки есть там, они фундаментные. Есть блоки, они как бы ракушниковые, такие пиленные, там 2,50 на 60 и на 80, ну и ракушняк. И вот поэтому здесь вот, ну просто были эти материалы, когда я покупали этот участок, и получается, мы этот материал использовали, ну где не хватило, ракушняком мы заложили. Вот смотрите, вот так вот дом выглядит сверху. И смотрите, рядышком он, у нас какой красивый поселок, асфальт, дороги, вот. Земля у нас 8 соток, и вот потихонечку мы его благоустраиваем. Ну, есть очень много фильмов, то есть снимать легко у себя во дворе, поэтому мы снимаем. Кому реально будет интересно, они зайдут, есть сказочные дома, и вот эти сказочные дома, ну, будет, ну, там много фильмов, как делался этот дом, и там есть и внутренние где-то отделочные работы, там внутри тоже и живописи. Все, ну, в данном случае, вот смотрите, вот с такой высоты, как смотрится дом, и вот он сделан, здесь есть такой хитрый подход к этому дому, это мой проект с дочкой, и как такой дом сделать. Он дом унифицированный, как он унифицированный, но здесь перекрытие, они перекрытие 6-миллиметровой плиты ПК, а поэтому, значит, дом будет 12 метров шириной. Ну и длиной это надо там, ну как, короче, не столь важно. Плита там, сколько там она, или 1,20 м, я уже точно не помню. Но помню, что не 6-метровая. Поэтому посередине этого дома идет несущая стена, на которой эти плиты как бы соединяются. И вот эти плиты 6-метровые навязывают ширину дома. Вот эта башня, она такая развязочная. Для чего-то эта башня? В ней находятся лестничные марши. Лестничный марш идет в подвал. Ну, видите, вот здесь близко, как идет ковка, накручено что-то. Немножко мы поломали классический подход. Ну, вот эти, ну, все равно это типа какого-то карниза, фриза или немножечко вверх утяжеленный. И вот такой вот, не знаю, даже объяснить. Он, видите, и лепные изделия есть, и мы сами делаем. Вот, видите, такой кузнечный и своего рода такая штукатурка. Как мы ее или китайская, или гоблинская называем. Она смешная, косая, кривая, но она как бы, ну, находит на вот эти
всевозможные лепные изделия. Вот если присмотритесь, здесь есть стиль, есть декоративный камень, а есть штукатурка, которая накрывает этот камень. Как будто штукатурка облучилась, состарилась, и потом мы цветом все это дело как бы распишем. И вот посмотрите, внизу видно арматура, которая бита через стенку и которая разносит нагрузку, чтобы стена не висела на пенопласте. Потому что пенопласт, ну, не выдержит, просто он оборвется, потому что вес, ну давайте там, ну сколько, ну будет 100 там, килограмм или 200 килограмм на квадрат, ну наверное 100 с чем-то будет килограмм на квадратный метр. И вот такой, то есть поэтому на, там, где толщина большая, вот видите, карниз сверху, он выварен, потому что там толщина там 5-10 сантиметров лепных вот конструкций. И, а где штукатурка, там ну, местами крепится. И вот видите, смотрите, как уже сверху мы целлофаном закрыли крышу. И вот идет такой карниз. Все-таки вот та эпоха Возрождения, она налаживает отпечаток. И мы сделали такой карниз, только сделали его кованый. И так как у нас есть много лепных изделий, всевозможные вот такие вот, видите, не знаю, как они называются, вот, вот закрученные такие загогулины, и они очень красивые. Кстати, я их взял в банке одном, которому 200 лет, там была реконструкция, мы формовали, и я себе сохранил модель. И залил себе вот такой вот, вот такие углы закрученные. То есть, и мы часто применяем их, они великолепно смотрятся. Ну, и применяем только себе, потому что на выезд сложных, никуда ты их через границу не провезешь, получается... Мы только их как бы для внутреннего применения вот этих вот выкрученных горбылей, ну, не знаю, как правильно его назвать, может, ну, естественно, есть какие-то названия. И вот, вот эти завитушки, они как бы и кованые с этого стиля, и вот такая, и получается заклепки, ковки, и понимаете, что мы еще сюда применяем бабочки, божьи коробки, то есть ну, у нас есть формы, и у нас сейчас филин, совушки тоже формы, то есть все это можно применять на фасаде дома. Ну, у меня еще остались... фильмы, просто вот уже фильм 12-15 минут, и я буду второй еще или там третий фильм показывать. Ну, то, что мы делаем, очень много задумок, и я покажу, как происходит оформление этой башни. То есть есть съемка, она снималась раньше, только не было у меня возможности этот фильм показать. А внизу будет еще такая живопись, или рыбы будут в этой башне жить. Ну, задумок много, но это рассказать невозможно, это надо будет просто показывать. Ну, вот такой вот фильм, ну, давайте назовем это часть первая, будет часть вторая или там третья, то есть дом, частный дом, с квадрокоптером. Он вдруг приехал и снимает фильм вот как бы вид сверху. Ну, может, я со временем тоже куплю квадрокоптер, и тогда будем фильмы показывать и такого плана.